Ну вот, дорогие друзья, сейчас мы вам покажем наш небольшой фрагмент занятия, как мы играем в свое будущее, как мы представляем свое будущее. Когда я была еще совсем девочкой, школьницей, я видела и мечтала написать свою книгу. И я писала романы и рассказы всем одноклассницам. Они мне рассказывали про свою любовь, про свои отношения. Вот еще дневники раньше были. Да. И мы тоже все вели постоянно дневники, короче. Это было наше хобби. И я видела, как я в будущем становлюсь известной писательницей. И вот вы сейчас должны каждая подумать о том, кем бы вы очень хотели стать в своем будущем, в лучшей версии себя. Ну вот можно так закрыть глаза и представить. Ну, например, и начать рассказывать, кем я вижу себя. Давайте тогда со мной вместе, с сопровождением. Закройте глаза и представьте себя в волшебном месте. Вы на берегу озера. Там есть большой дом. Помнишь, ты тогда дельфинов увидела? Да. Там есть большой дом. Сейчас мы попробуем представить, что вы там взрослая. Вот представьте себя, что вы выросли. Вот эта девушка идет в красивом платье. Может, не в платье, а в каких-нибудь модных штанах и сапогах. Ну, в общем, представьте себя в том образе, в котором вам нравится. Теперь посмотрите вдаль и представьте, что там есть то, о чем вы мечтаете. Вот оно уже там есть. Мороженка. Не сбивай. Золотая рыбка. А теперь попробуйте рассказать, кем вы видите себя? Вот сейчас я буду спрашивать. Кристина, кем видишь себя в своих закрытых глазах? Давай. Ты прям продолжай, сиди в этом состоянии и просто немножко нам говори, что ты видишь. Остальные видят свои какие-то картины. Я вижу себя. Рядом со мной стоит мой муж и двое моих детей, девочка и мальчик. Мне уже 26 лет. Отлично. Я иду по пляжу со своей семьей. И вы отдыхаете, да? Да, мы отдыхаем за границей. Угу. Потом. Кем ты работаешь? Я работаю визажистом. Отлично. А муж чем занимается у тебя? Муж. Чем-то занимается, хорошо. Вы можете ездить всей семьей, да? Да. А о чем ты мечтаешь? У тебя это есть в будущем? Что, о чем ты мечтала в детстве, что сейчас сбылось, произошло в твоей жизни? То, что уже произошло? Да. Ты же уже взрослая, ты же видишь себя сейчас такой, какая есть. Я мечтала стать известной и преобразить всех. Отлично, то есть улучшить мир, сделать больше красоты, да? Отлично. Настя, давай, что ты видишь? Какая у тебя картина будущего? Я вижу себя, своего мужа, моих детей. Угу. Мы пошли на свадьбу Кристины. Ага. Потом мы поехали за границу. Потом мы приехали. А чем ты занимаешься? У меня был свой салон красоты. Свой салон красоты? Отлично. Все хотят быть визажистами. Нет. Я хочу, я уже стрелки умею рисовать. Да, конечно. А какие у тебя стрелки? Так, Настя, все, да? Настя уже. Теперь давайте Влада. Что, Влада, увидела? Ой, когда же я буду? Когда же я другим сказать? Я увидела то, что мне уже 20. Угу. То, что я работаю знаменитым во всем белом свете архитектором. Ух ты, круто! Дизайнер, архитектор. Да. И то, что у меня есть хороший любящий муж. Угу. И двое детей, это близняшки. И ты занимаешься фрилансом, то есть делаешь свои проекты, наверное, свободно, да? Путешествуешь и делаешь проекты, круто вообще, да. А мой муж бизнесмен.
У него свои дела, свое дело какое-то. Отлично. Я всегда мечтала с детства, чтобы, когда я выросла, у меня был нормальный мужчина, а не вот этот вот, который сначала нормальный, а потом спьянился, нужен вечный, который здоровый. Нужно самое первое. Полина, мечтай. Правильно, конечно. Чтобы тот человек, которого ты полюбишь всей душой и сердцем, да, оказался нормальным, замечательным человеком. А не который сначала любит, а потом тебя бросает. Пожалуйста, Полиночка. Я увидела себя в возрасте 19-18 лет профессиональным художником. Отлично. У которого есть... Ты рисуешь граффити? Ну, я рисую хорошие рисунки, но не настолько хорошие, но думаю, что будет дальше и тренироваться, и будет лучше. У меня сын и хороший муж. Отлично. То есть ты художница? Да. И ты тоже путешествуешь? 16 лет. Ему как мало. Ну, то есть она взялась взрослой, у нее в будущем есть один сын, она художница. Да, отлично, классно. Давай, да, пожалуйста. Да. Я представила себя, как я буду знаменитой актрисой. Да, вот как цирковой актрисой. Да, а так. Слава богу, что не цирковой. Ну, в районе 25-23 лет. Вот так. У меня будет муж и один ребенок. А, ну да. Вот, девочка. Ну, актерам очень сложно же там все это совмещать. Детей. Девочка. Ага, вот. Отлично. Все. А ты актриса театра, кино или... Кино. Кино. Вау! То есть ты, а сейчас ты ходишь на какие-то занятия? Она в Дзюдо уже. Сколько ты ходишь? 6 лет. А куда ходишь? Крупскую. Крупскую. Мы только сейчас отдали Настю в бимбом в дворце Линча. А, да. Да, в цирковую студию. Ну, у нас тоже цирковая студия. И моя... крестница, ну, моей близкой подруги дочка сейчас едет в Пекин после цирковой студии. Вот, а у меня сейчас, ну, у меня пока, там я пока, я ездила в Челябинск и... Тоже путешествовала. Да. Ну, вот у меня сейчас недавно приехали две сестры с Магнитогорска. Так, а что-то Даша ничего не сказала? И Арина, кем они... Вы можете информировать, кем вы хотите стать в будущем? Мы точно хотите знать? Да. Я не хочу. Я хочу стать бандитом. Как ехать на 20 лет? Вика, вообще-то... Подождите, давайте одну тему закончим. Если у меня будет сын... Кем хочет стать Ариночка? Давайте Арину. Арина, пожалуйста. Кем ты хочешь стать? Ну, расскажи нам. Я не знаю. Я знаю, что ты же хорошо рисуешь. Может быть, ты станешь... Она нормально рисует. А балет, балерина? Не балет, я не люблю балет вообще. А кем хочешь быть? Переводчиком? Нет. Врачом? Бомжом со стажем. Штукатуром-маляром. Не бомжом, а мужиком со стажем. Дашенька, а ты кем хочешь быть в будущем? Ты еще, ты пока не увидела. Мамочкой. Ну ладно, спасибо за внимание. В общем, это был фрагмент. Ну давайте еще что, кто хочет. Я хочу, чтобы мою дочку звали Ева, сына Максим, а кошку собакой Рэм и Рам. А вот если у меня будет сын... А мужа я хочу, чтобы звали его либо Ваня, либо Андрей. Ух ты! А вот если у меня будет сын, его будут звать Филипп. Ага, Киркоров. Мне просто нравится это имя. Филипп хороший, да. А если у меня будет девочка, то я буду звать Алиса. А если я вяжу своего сына Андрей? Не любишь. Если у меня будет дочка, я ее назову Соня. Если будет мальчик, Сава. Вы заметили, о чем мечтают в основном девушки? Девушки, девочки всегда мечтают о детях, семье и муже. Это нормальные люди. А мальчики и мужчины мечтают в основном о карьере. И это тоже правильно, потому что женщина должна сначала создать семью, свой очаг. И только потом она может реализовываться в карьере, иначе она будет полуфабрикатная. А как сейчас, знаете, бизнес-сойты, которые полуженщины, которые очень много, например, зарабатывают, но у них нету никаких, ни детей, ни семьи. А я хочу назвать своего сына Ян, а дочку Рэйчел. Ян, да. Ой, ну это какие-то американские имена. Ты будешь сам за американца? Сын будет Ян, а сестра будет, а он, ну, его сын. Короче, так. А дочка будет либо Кристина, либо...
Диана. Агилера. Круто. Да, красиво. Красиво, да. Давай, Даша. Если у меня будет мальчик, то я его зову Саша, если девочка Саша. Если и то, и другое, то Женя и Саша. Да. Кстати, многозначные имена. Здорово. Они могут быть и женскими. Ну все, спасибо большое.